Ну вот там спрашивали, да, ну Андрей, ну там все время ты про поток, да, про возвращение. Ну, мы живем, да, как-то вот функционируем, там, знаем, не знаем о потоке, да, то есть жизнь как-то течет. Вот, и в чем я считаю ценность потока? Ну, прежде всего, легкость, да, то есть это то, как вы относитесь к обстоятельствам, к окружающему, да, то есть в каком-то смысле, да, это действительно вот как сейчас катится на лыжах, если есть там снег, да, если есть соответствующая температура, да, то они едут. То же самое здесь, это внутри, да, получаешь кайф от того, что ты катишься по жизни. Неважно, какие обстоятельства происходят, да, но ты включаешься как-то вот в то, что происходит, да, и тебе легко. Да, бывают трудные события, да, но ты все равно в них не перегружен хотя бы эмоционально, чувственно, да, потому что, когда ты попадаешь в какие-то ситуации, да, ты внутри дистресс, да, ты перегружен тем, что вокруг происходит, и внутри тоже.